Вопрос национальной безопасности в эфире Черноморской телерадиокомпании, Центр журналистских расследований приветствует вас вместе с нашими новыми гостями. Я рада приветствовать в нашей студии моих коллег. Да. Во-первых, Алексея Никифорова, известного всем, по-моему, телезрителям Украины, как заместителя командира легендарных керченских морпехов. Я бы сказал, как человека, который поставил на место министра обороны. Это мы потом по ходу, да. А также Романа Бачкалу, человека еще более известного, особенно начиная вот с этих минут, перед ним стоит вчерашний приз «Телетриумф». Лучший репортер Украины Роман Бачкала, один из самых именитых украинских военных журналистов, репортеров, представляющий телеканал «Интер» и общественную организацию «Стоп коррупции». Также принимают участие в нашей программе. Будем мы говорить сегодня о делах военных, будем говорить о судьбе наших крымских военнослужащих, которые вышли на материк, как они служат сегодня. Мы с Алексеем сегодня презентуем новую рубрику, которая, я надеюсь, перерастет в самостоятельный телевизионный проект. И я надеюсь, что нам еще повезет, и у нас останется время для того, чтобы серьезно поговорить о делах военных в Сирии, откуда буквально позавчера вернулся Роман. О том, какая судьба сложилась у тех украинских военнослужащих, которые предали родину, нарушили присягу, пошли служить в российскую армию и теперь погибают там. И также я надеюсь, что мы начнем сейчас прямо с самой интересной темы. Роман Бачкала только что вышел из администрации президента, где президент Петр Порошенко встречался с журналистами, блогерами, да, и вообще, это, я так понимаю, была встреча Off Records, да? Я думаю, что по ходу мы будем и оттуда узнавать новости, которые озвучали на этой встрече, я надеюсь, вам разрешили их озвучивать. Без прямых цитат, ссылок на президента, вот, но какие-то вещи оговаривались, о чем можно будет говорить, о чем нельзя. Итак, Алексей, первым словом вам все-таки. Давайте, наверное, мы подытожим. Недавно был у нас большой праздник. Очень многие крымчане его посетили также. День морской пехоты. Правда, я так и не поняла, почему он отмечается в этот день. Перелопатила всю Википедию. Не нашла никаких исторических данных. Ну, просто вот решил тогда исполняющий обязанности президента Турчинов на этот день назначить, да, ноябрьский. И почему-то назначил. Может, вы расскажете, почему? Нет, просто День морской пехоты назначался 16 ноября, потому что это исторически был подписан указ Петра еще первого о том, чтобы создать полки, ну, тогда они назывались не морской пехоты, но которые занимались абордажной ротой, которые должны были там захватывать корабли и так далее. И это как бы вот было очень интересно. Но и вроде можно сказать, что вот почему Петр, где мы, где Петр Первый, но тогда еще очень было очень во флоте и у Петра Первого очень много было украинцев, очень было, которые, потому что традиции морские украинцев были очень очень сильные, да, то есть вспоминая еще Сагайдачного, который гетьмана Сагайдачного, чайки, которые там ходили по Черному морю и так далее. Первый самый морской пехотинец, можно сказать, это гетьман Сагайдачный, поэтому даже может быть он тоже какие-то полки подписывал. Ну, вот таких-то там письменных там доказательств такого нет. Да, поэтому вот исторически так сложилось, что как бы 16-го. Я предлагаю посмотреть буквально пару минут, как морские пехотинцы крымские, украинские отмечали этот день. Несколько минут нам покажет, вспомним праздничные дни. Жодної хвилини не шкодували і не шкодуємо. Ми патріоти, ми морпіхи, це стан душі, якби покликані, по-другому ніяк.
З деякими товаришами спілкуємося, які якби ну не поміняли свій паспорт там на російський. Да, з деякими кримськими татарами спілкуємося, підтримуємо зв'язок. Сімферополя, з перевальним, з Керч. Будемо до останньої каплі крові. Тобто ніхто позиції не збирається здати, навіть якщо прийде команда відступити, ми не відступимо від своїх позицій. Такої команди не повинно поступати. Хватить. Вже Крим показав. Під фармою і кавою, сілотом і Ощаковим біліть кості наших ворогів. Від війська Запорізького онуки. И так я понимаю, это оба были керченские, да, морские, да, пехотинцы. Да, да. Как сложилась судьба? Сколько человек вышло на материк? Сколько, где сейчас служит? Я недавно прочитала даже, что еще есть одно подразделение морской пехоты, появилось в Одесской области, в Беляевском районе, который сейчас возглавляет как глава администрации Арсен Жмадилов. Так что у вас могут быть шефы там. Да, у нас выходило два батальона, то есть первый феодосийский батальон морской пехоты и 501 наш, который базировался в Керчи. У меня было, со мной выходило 64 человека, несколько человек все-таки вернулись, потом уволились из вооруженных сил и вернулись в Крым. Ну, у меня точно два. На тот момент, когда я еще был, ну, двое офицеров, которые вернулись как бы в Крым. Уволившись здесь со сбройных сил Украины. А все остальные служат в этом батальоне. Слава Богу, что батальон сохранили как боевую единицу. Этот батальон, более того, расширили. Он по штату войны. И сейчас выполняет наши боевые задания. Скажем ну, так. Ну, феодосийский батальон был в Николаевской области. Да, они, дело в том, что их всех выводили в Николаев. И там было базование. Алеш и уже с перевальнинской бригады создали у нас уже бригаду морской пехоты, плюс еще наших эти два батальона, которые вышли из Крыма, и один создали еще вот третий батальон, будет уже как бы базироваться. И теперь все уже с боевыми знаменами, да? Да, самое главное, что мы получили боевое знамя. Единственное, что бы еще хотелось бы, чтобы все-таки точно мы указали нам наше место назначения, потому что в Николаеве ну, это маловато места нам для всех. Да, поэтому я думаю, что со временем однозначно покажут нам наше место, где будет наш пункт постельной дислокации. А варианты какие вообще? Я думаю, что это будет где-то на Азовском море, потому что там, вот я только там хотел мы тоже сказать, нужны. Что вот в районе Мариуполя вас явно не хватает. Так они сейчас, по сути, там просто, на этом да, направлении просто, и стоят. Ты понимаешь, да? Странно, что морские пехотинцы ездят в Мариуполь в командировку. В командировку. Ну, то есть, я понимаю, они мне это непонятно. У нас, да. Давайте, сейчас на данный момент они там выполняют боевое задание. А то, что как будет, это все посмотрит. У нас идет реорганизация, идет реструктуризация сбройных сил, генерального штаба. И все вопрос будет реформирования військово-морских сил. Тому и место нам точно. Я знаешь, думаю, пока наши морские силы будут реформироваться, да, уже надо будет возвращаться 100%. В Керчи-Феодосию. Я не могу судить. Давайте, потому что судить я могу только себя или своих подчиненных. А вышестоящее начальство, там мы не знаем как бы все оценки. То есть мы не знаем всех выходных данных о том, чтобы можно делать какие-то там оценки. Может, у них что-то не получается, может, причины, почему до сих пор у нас нет места постельной дислокации, я пока ответить не могу. Но то, что оно будет, я думаю, однозначно. Роман, какие мысли по этому поводу? У меня по поводу морской пехоты мне сложно судить. Я могу единственное сказать, что вот произошел такой определенный отсев, да, вот благодаря или вопреки, ну, благодаря, может, в кавычках, но произошло, что произошло, да. И вот те, кто вышли, да, те ребята, которые остались верными присяге, наверное, теперь на них можно положиться. И хотелось бы, вот мне бы, чтобы как-то все-таки было, ну, что ли, больше, чтобы их слышали, чтобы те инициативы, которые они предлагали, чтобы это не гибло, как обычно это в армии происходит, да, что как бы низы толкают, верхи где-то не могут и так далее. Потому что я знаю и Делетицкого Дмитрия, да, и тебя, Леш, и других ребят, которые и старший, и младший офицерский состав, да, очень много интересных идей. Очень много ценных предложений. Но я пока не вижу, чтобы вот в генеральном штабе все это вот настолько же адекватно и своевременно воспринималось и реализовывалось. Ну, я понимаю, тебе поэтому как человеку, процесс... кадровому военному, может быть, не с руки это комментировать, вот, но вот как бы вот
Вот такое со стороны... Дело в том, что независимо... Просто в генеральном штабе. Были ситуации, Валь, ты, кстати, в этом участвовал. Я ребятам собирал деньги на машину. И, кстати говоря, в этом есть и твоя лепта. Да? Вот. Но просто когда звонит Делетицкий, да, все-таки, ну, как бы командир бригады, да, и говорит, слушай, ну, мне как волонтеру, ну, срочно нужна машина, микроавтобус. Ну, елки-палки. Ну, уж этим-то ребятам, ну, как-то, ну, можно было бы помочь с микроавтобусом. Мне кажется, что эта тема может сдвинуться быстрее с мертвой точки, если вообще о наших ребятах военных, и в том числе и морских пехотинцах, будут больше знать и больше говорить, в том числе и в средствах массовой информации. И, опять же, вкладывая маленькую лепту в это дело, мы решили и... Честно скажу, несколько месяцев пробивали добро в Министерстве обороны, но тем не менее, мы сегодня с Алексеем презентуем новую рубрику, которая будет выходить в нашей программе, с тем, чтобы очень скоро, я думаю, с Нового года превратиться в отдельную телепрограмму, которая будет посвящена тем крымским военным, которые вышли на материк и остались верными присяге. Круто. Итак, зачем это нужна такая программа, зачем нужна такая рубрика? Алексей, вам слово. Самое главное, что сейчас в мире, где очень много у нас негатива в информационном поле, очень хочется показать за своих ребят именно положительные стороны, позитивные, в том, что как бы там ни было, какие бы трудности ни были сейчас в Збройних силах, а лишь Збройні сили состоялись, вони развиваются, и військово-морские силы в том числе. Поэтому и этот процесс нужно показывать. Потому что если мы все-таки показываем какой-то негатив, особенно когда мы пробуем пробовать какие-то там экспертные оценки давать, особенно людям, которые не эксперты, и вопрос высшего керевництва, тогда мы просто играем на руку врагу. То есть нам нужно наоборот показывать, что именно положительные моменты, которые происходят у нас. Они у нас есть. И у нас есть положительные герои, у нас есть положительные люди, которых действительно нужно показывать, которых нужно оценивать и так далее. Поэтому я думаю, когда мы будем показывать наших ребят, которые вышли с Крыма, которые своим поведением и своим показывают, и сейчас выполняют задания боевые, я думаю, что это будет только плюс. И не только морской пехоте, Збройным силам, да и суспильцу нашему. Да, конечно, тем более, что тут нужно говорить не только о присяге, которые остались верными военнослужащим вооруженных сил Украины, да, то же самое можно говорить и о тех, кто давал присягу. Кто в погонах, скажем так, это и сотрудники СБУ, которых очень мало вышло, это и сотрудники МВД, тем не менее, есть такие и прокурорские, да, сотрудники. Я думаю, что это будет несколько циклов, поэтому настраиваемся на такую работу серьезную и приглашаем всех наших телезрителей присылать нам интересные истории, знакомить нас с интересными людьми, сообщать нам о тех проблемах, с которыми сталкиваются крымские военнослужащие. И также мы будем приглашать экспертов для того, чтобы говорить о развитии и военно-морских сил Украины, и вооруженных сил Украины в целом. Потому что реформа, которая происходит, она все-таки должна быть не только с нашей помощью, но и с нашей общественной, я про себя вижу, общественным контролем все-таки. Роман, говорилось что-то подобное на встрече с президентом относительно реформирования вооруженных сил, потому что блогеры, я так понимаю, тех, которых он приглашает время от времени к себе на встречи, это в основном блогеры, которые работают из зоны АТО, да? В том числе, и президент, я думаю, почему и решил собрать блогеров, да, ну, хотя это были не сугубо блогеры, да, наверное, у нас и волонтеры есть блогеры, да, и журналисты есть блогеры, и военные у нас есть блогеры. Поэтому здесь такое слово «блогер» достаточно универсальное. Я бы сказал так, были собраны люди, которые формируют общественное мнение посредством социальных сетей. А это очень важно сейчас, да, потому что у нас
в Фейсбуке назначают министров, увольняют министров и так далее. Вот, 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 вот к сожалению, некоторые министры только люди. Там и работают. Есть и такие, да, истории. Шла речь о реформировании армии. В частности, очень такая жаркая дискуссия была по поводу сил специальных операций. Все знают о том конфликте, который сейчас в публичной плоскости. Позиция президента, что эта история не должна быть публичной, по той причине. Я здесь с ним абсолютно согласен. Да, есть проблема, но нет, мы не можем... извините меня, когда у нас публикуют фотографии, на которых весь командный состав ССО, что тогда спрашивать с блогеров? Ну, здесь об этой ситуации тоже речь шла. Президент в курсе этой ситуации. Выводы сделаны. Я думаю, те, кто допустил это, получили по шапке. Вот, может быть, и не только по шапке. Вот. Но позиция такая, что все-таки ССО у нас будут создаваться. И ими будут руководить? Ну вот, вот этот вопрос звучал, но ответа не было получено. Угу. Вот. И я думаю, что это правильно. Я думаю, что это правильно. Я так понял, что это будет не Кривонос. Угу. Но Кривонос при этом останется в структуре, в строю, так сказать, да. Вот. Но, наверное, на другой позиции. Угу. Хорошо. Если говорить о других темах, которые звучали, из того, что касается развития вооруженных сил Украины, может быть, что-то по поводу... По поводу вооруженных сил, ну, в целом, речь шла, ну, если говорить о вооруженных силах, звучали вопросы вот по поводу отведения нашего тяжелого вооружения в зоне АТО, и вообще, как, что дальше будет в АТО, собственно, есть у нас еще АТО, или уже у нас нет АТО, или, ну, вообще, есть у нас война, нет у нас войны. Есть у нас Минские соглашения, уже нет Минских соглашений. Да, значит, ну, это, да, отдельный вопрос по поводу Минских соглашений. Я не могу говорить за президента, но то, что я услышал, я понял, что рано пока ставить точку, и в случае чего тяжелое вооружение будет очень быстро возвращено на те позиции, где... Ну, то есть никто не расслабляется, никто не говорит, что все, мир, дружба, жвачка, да, вот. Но все-таки есть стремление к тому, чтобы на оккупированной территории состоялись выборы. Угу. Понятно, что это, наверное, произойдет не завтра, не в этом году, может быть, даже и не в следующем. Вот. Но, конечно, в состоянии, ну, скажем, открытого военного конфликта это невозможно. Вот. Что касается вот конкретно военно-морских сил, то, к сожалению, эта тема не поднималась. Но вот что мне понравилось, что характерно, звучало много вопросов о Крыме. То есть вот Крым — это не какая-то такая перевернутая страница и для президента, и вообще для власти. А можно услышать ответы на эти вопросы? Вот. Не, ну, в пересказе, я понимаю, да. Ну, по поводу что, того, что сейчас что происходит. Что ты услышал? Я услышал, что торговая блокада будет продолжена, электрическая — не факт. Вот, возможно, уже в ближайшее время начнется восстановление утраченного электросвета. Как? Уже же сказали, им не надо. Ну, посмотрим. Посмотрим. Mm-hmm. Считайте, что я сделал свои ставки из того, что я услышал. Mm-hmm. А остальное? Остальное достаточно расплывчато, то, что касается стратегии возвращения. Но если говорить об этапах, первый этап — вам это опять Донецк. Рассказывали про то, что это случится, когда Украина станет богатой и заможной? Да. Крым придет, постучится, мама, я вернулся. Понятно. Это правда. Понятно. В качестве, скажем так, недостатков, негатива звучало то, что утрачены коммуникации с теми крымчанами, которые остались там, но которые... в сердце остались украинцами. Угу. Может быть, даже кто-то из них с российскими паспортами сейчас, в силу каких-то причин. А услазь. Нет, ну это такое дело. Я лично сама советовала, потому что это вопрос выживаемости. Победить, просто вопрос победить тогда возникает, возвращение могут, чего? Территории? Пережить можно. Вопрос возникает, возвращение чего? Возвращение территории Крыма или возвращение Крыма с его населением? Вот вопрос непростой.
право нарушено было, оно должно быть восстановлено. Все, с людьми мы разберемся, я думаю. Я думаю, тем более очень многие сегодня там на оккупированном полуострове проходят сейчас переоценку ценностей. Да, эти, вот об этом и то, и то, и то, что звучало, здесь не стреляют, в отличие от Донбасса, да, и военные, которые украинские, которые пошли служить в российскую армию, нарушив украинскую присягу, говорили о том, что вот мы не воюем, зато вот у нас большие зарплаты. Потом оказалось, что в России стреляют, даже если это в Сирии. И последние недели Генштаб российский и вообще руководство Минобороны Российской Федерации не афишируют эти данные. Мы узнаем о количестве погибших, скажем так, из соцсетей. Опять же, люди делятся тем, что привезли просто-напросто груз 200 в Севастополь или Феодосию. И украинская разведка уже дважды сообщала о том, что... То есть в начале... Разведка, которая узнает новости октябре, из соцсетей. Почему нет? Это тоже один из методов сбора открытой информации. В октябре месяце было доставлено в Севастополь тела 26 военных. Ну, понятно, что это бывшие, скорее всего, украинские, может, и не только, да, Черноморского флота. Очень простая история. Фамилии здесь не знаем. Одну фамилию мы точно наверняка знаем, и мне в Генштабе украинском подтвердили, что это так. Это Владимир Жук, который достаточно известным был руководителем центра, очень модного, тогда он проходил обучение. Да, антитеррористические, антипиратские, когда шли операции, да, и он руководил в Севастополе центром антипиратских операций, вот, и вот, по данным украинской разведки, он погиб тоже, вот, в ноябре уже месяце пошла информация эта, и буквально вчера, да, или сегодня, информация о том, что еще 10 человек, тела погибших в Новофедоровку и Феодосию были доставлены, вот, и что это четверо военнослужащих летного инженерного состава и 10 морских пехотинцев Черноморского флота. Небольшая ремарка, да. Вот, по поводу крымчан, участвующих вот, в операции в Сирии, да, российской. Я просто сам из Джанкоя родом, да. Вот. Привет, Джанкой, если ты меня слышишь и видишь. Слышит и видит. Да, так вот, в Джанкое находится военный аэродром крупный. Вот. И, ну, всегда находился, скажем так. Ну, он находился, но вот с момента аннексии, да, оккупации, он очень ожил бурной жизнью, да. Там развернут был вертолетный полк, вот, значит, зажужжали снова Илы-76 и так далее. Так вот, с момента начала операции в Сирии этот гул пропал. Самолеты улетели в Сирию. Вертолеты улетели. Вот. Поэтому вот каким-то образом даже Джанкой участвует в российской операции в Сирии. И я допускаю, что, возможно, какие-то мои земляки, вот джанкойцы, вот где-то сейчас там, в далекой Латакии, борются в кавычках с ИГИЛ. Ну вот прозвучало, что 810-я бригада морской пехоты, это в Севастополе она образовалась, а в Феодосии, там, где был наш батальон феодосийский, теперь там он линейный батальон от этой 810-й бригады. И очень много моих бойцов вместе с командиром, с бывшим, они вот там же несут службу, как бы, то есть вот в этом феодосийском линейном батальоне от 810-й бригады. И если в Феодосию пришло 10 человек, то вполне возможно, что кто-то из наших, из моих крещан или там феодосийцев, потому что это там сборный там батальон, очень может быть, что как бы там есть погибшие. Очень хотелось бы увидеть фамилии и не хотелось бы увидеть, конечно. Вот у меня здесь вопрос вот есть, Леш, к тебе больше. Вот официально известно, что операция сугубо воздушная, да? Вот мне интересно, как они погибли, при каких обстоятельствах? Ну, вот. Известно о том, что был сбит самолет над Турцией, да? Известны фамилии этих погибших бойцов. А эти как погибли? Ну, вертолет еще был сбит. Что могли делать морские пехотинцы? Вот как, то есть, что, есть какая-то наземная все-таки составляющая? Или что? Ну, опять же, ну, они же, наверное... операция, да, по шоково-ритуальным, да, то есть искали. Причем ну, был говорилось, сбит что, Ми-8 там еще один, то бишь, да. А там однозначно были там морские пехотинцы. Плюс не забываем, что это же не просто они там сидят в одном городе или на одном аэродроме. Это же какая-то есть процесс заспечения. Просто я чем дальше, тем больше получаю сведения из Сирии, я имею в виду, о том, что есть и наземный компонент. Ну, он обязательным будет.
потому что то есть этот аэродром нужно охранять. То есть будут однозначно какие-то там диверсии и так далее. Поэтому все важные дело объекты... Дело в том, что вблизи аэропорта диверсии там быть не может. Латакия, вот ее центр, да, это вообще родина Асада. Нападение любое на аэродром, оно, наверное, вызвало какое-то информационное сообщение. То есть там боестолкновения, они происходят по периметру территории, которую контролирует Асад. Ну, то есть, как бы, вот. То есть, вот что там вот такое могло произойти, что привело бы к гибели такого количества военнослужащих? Мне вот очень интересно. Кстати, можно понять, что туда перебрасывается, да, мы, вот, есть известный, да, морской бюллетень, который создатель Войтенко, и у него очень интересное исследование было, то есть, он вычислил по тому, какие суда терялись вдруг, пройдя проливы, да, вот, что они могли перевозить и какую технику и так далее. И, собственно говоря, уже поэтому, может быть, можно догадаться, чем они занимаются. Как... Да, если туда перебрасывается бронетехника, что она там делает? То есть тоже стоит по периметру аэропорта? И по периметру в том числе. Не, мне потому очень интересно, а как Россия сейчас собирается что-либо перебрасывать в условиях, когда Турция фактически перекрыла Босфор и Дарданеллы? Очень интересно, как они вообще будут обслуживать, по сути, да, я думаю, что для военных кораблей однозначно. А там нет военных кораблей, которые практически нет, это все судами доставляется баржами, которые... Но эти баржи даже есть название, могут быть остановлены. Не пропущены. Да, они проходят все равно таможенный там досмотр. Между прочим, завтра я из Ильичевска отправляюсь паромом в Турцию, специально паромом, для того, чтобы вот пройти через Босфор. Там мы еще наймем морское такси. То есть я хочу вот это все изучить, посмотреть диспозицию. Вот действительно ли эти российские суда там где-то отстаиваются в сторонке? Ну, или все-таки проходят? В Marine Traffic заходишь и смотришь все, что там стоит. Но немножко скопление есть, но тем не менее не закрыто. Принцип нужно своими глазами увидеть. Я с вчерашнего дня, потому что пошли информации о том, что действительно закрываются проливы для российских судов, но ничего подобного пока что не наблюдается. Проходят, да? Проходят, но это можно в режиме онлайн смотреть. Вот. Но это, мне кажется, самое интересное тема сейчас, развитие отношений между Турцией и Россией. И... Вот, кстати, по поводу этого, президент сегодня общался с Керри, ну, все знают, да, кто такой Керри? Ну, скажи, на всякий случай. Секретарь США. Вот. Так вот, ну, он не все, конечно, мог нам говорить, содержимого этого разговора, но насколько я понял, что, как он сказал, мир стоит на грани очень серьезных геополитических изменений. Вот, и, ну, то есть, какие-то вещи допускаются вплоть до военных каких-то в отношениях между Россией и Турцией. То есть, дипломатические меры, по сути, насколько я понял, исчерпаны. И сейчас внутри НАТО очень серьезная дискуссия, а как реагировать, вот что делать. Да, после того, как президент Путин сегодня сообщил в послании своем ежегодном к парламенту, о том, что одними помидорами Турция за сбитый самолет не отделается. Что это может означать? Я думаю, что прежде всего, они сейчас выискивают мишени. Есть у вас предчувствие большой войны? По-моему, это предчувствие витает в воздухе уже второй год, как минимум. И если посмотреть, с чего начиналась Вторая мировая война, да, то это были некие очень похожие события в 1938 году, Чехословакия, Судеты, да, вот, что очень похоже на крымскую ситуацию, да, потом какие-то другие истории. Вот, поэтому вот такое ощущение есть. Но просто есть при этом и какая-то надежда, что все-таки, ну, люди как-то, может, мудрее стали за прошедшие годы. Но хотя, когда смотришь на действия тех же политиков, насколько безответственных, да, я имею в виду, вот, то понимаешь, что, наверное, мудрее не стали все-таки. Вот. Поэтому какое-то ощущение лично у меня есть, к сожалению. А, Алексей, а роль и место в этих процессах вообще-то украинских вооруженных сил? Ух, вопрос. Страну защитим. Наши военнослужащие принимали участие последние десятилетия практически во всех локальных конфликтах, которые были, да, где присутствовали миротворческие силы. Я во всех этих местах был, могу сказать, и по поводу Афганистана, Либерии, Конго, украинские военнослужащие участвовали уже в поствоенных конфликтах. Не в острой фазе. Острая фаза была единственная у нас, наш опыт, тогда, это Ирак. Тогда, когда требовалось миротворческое подкрепление. Но это было в 2003 году. Правильно, это были миротворческие контингенты. Да. Но они присутствовали.
Безусловно, это полезный опыт. Но я думаю, что гораздо более полезный это тот опыт, который наши военные получили в АТО. При этом, более того, вот я сейчас учусь и приезжаю по обмену опытом и так далее, допустим, вот я по своей как бы специфике, вот там с Прибалты приехали, там по обмену, по психологическому там обеспечению и так далее, и мы им спросим, ну расскажите, вот, как у вас, вот психологическая допомога и так далее, он говорит, да мы приехали у вас учиться, потому что мы, у нас, говорит, один погибший за все годы независимости, и поэтому мы там и военнослужащего вот так вот там всю семью и так далее, там обслужим и так далее. Говорит, а вот такого наплыва, такого вот психотравмованных людей, получивших там стресс, это очень много, и поэтому они у нас уже берут опыт. Поэтому и также вот и касается и обучения боевой подготовки наших бойцов. Вот американцы учили морских пехотинцев, и инструктора были очень удивлены то, что как бы мы, говорит, больше, говорит, у них взяли, говорит, у морпехов, говорит, чем, говорит, им сами преподали, потому что, говорит, у них не было возможности вести боевые действия, хоть у них часто участвовали, но под ураганами, да, там, под градами и так далее, и так далее. Они ведут всегда боевые действия, вели тогда, когда у них там полное превосходство как бы в воздухе и так далее, и так далее, в огнева порыва, а тут, так что, еще говорю, кстати, очень бы хотелось, у нас впереди праздник, да, 6 декабря, День избранных сил. Очень хочется там, пользуясь случаем, поздравить всех с наступающим этим праздником, всех военнослужащих наших избранных сил и противников, и всех, кто там какое-то имеет отношение к избранным силам, и ветеранов, и, а в частности и своих вот друзей и товарищей, которые несут службу боевую. Ребята, с праздником, мы не сдаемся, однозначно, как бы там все будет, мы должны победить. Я надеюсь, дата 6 декабря никак не связана с полками Петра Первого. Нет. Да, ну, вы как будто под занавес уже прощаясь, у нас еще 7 минут программы на всякий случай. У меня очень интересные вопросы на финал. Вот, возвращаясь к началу нашей программы сегодняшней, которая в том числе касалась и энергоблокады Крыма, да, и известно, да, что один из организаторов энергоблокады, Ленор Ислямов, заявил, что вслед за энергетической блокадой будет морская, в том числе в Керченском проливе. А скажите мне, пожалуйста, Алексей Морпех из Керчи. Вот некоторые эксперты говорят, что это возможно, но только в случае проведения там каких-то диверсионных операций. Ну, не обязательно. Это если имеется в виду, что там в порту что-то там порушить, могут... Но это уже ССО. Да, да. А вообще в реалиях как бы это могут и активисты там, допустим, в Крыму произвести какое-то действие, ну, допустим, такие же, как Российская Федерация, когда определенные человечки у нас там, да, перекрыли блокаду, остановили свой там погранкатер, как будто он сломался, перекрыли выход, и вот, ну, сломался, да, то есть мы ничего не можем сделать, вот сидим, то есть вот был такой момент, вот если вспомните, там вот перед. То же самое могут и здесь, там какие-то рыбаки, там все, но это очень, уже поступили заявления, стрелять, да, там сказали, на все, стрелять, да, так далее, потому что и мы понимаем, что есть опыт, да, вспоминаем рыбаков, которые гоняли по Азовскому морю и погибшие, да, то есть, ну, на тот момент это, казалось, был несчастный случай, но как вело себя руководство, да, там, погранслужбы и Российской Федерации в этом отношении, конечно, оставляет желать лучшего, и мы понимаем, что как они могут действовать действительно и вот в том, если такое произойдет в Керченском проливе. Поэтому очень бы не хотелось или предостеречь ребят, которые вдруг заберутся, чем это может для них закончиться. Блокада, ну, хорошо. Но... Знаете, я за морскую было бы блокаду, хорошо, да? Но, честно говоря, вот положа руку на сердце, я не вижу, как мы могли бы ее обеспечить. Ни Ленур Ислямов, ни Алексей Никифоров, ни Роман Бочкалов, ни государство Украина. Мы просто физически этого не сможем осуществить. Просто у нас нет для этого ресурсов. Одно дело отключить электричество со своей территории, стороны, да, которую мы контролируем. А другое дело каким-то образом попытаться перекрыть
ну, как бы получается, тот путь, который и с одной стороны, как бы Россия, да, контролирует ситуацию, и с другой ситуацию контролирует Россия. Как вот это обеспечить, я не понимаю. Мы же еще не забываем, что у нас есть там Мариуполь и Бердянск, порты. Абсолютно и так верно. Далее. И проход наших судов через Керченский пролив. А это две трети примерно бюджета наполняется через экспорт. Ну, не этих портов, но, по крайней мере, то, что проходит водных транспортов. Поэтому это может аукнуться там тоже. Ну, кстати говоря, вот по поводу энергоблокады, как один из аргументов, почему все-таки электричество то ли частично, то ли как-то может быть восстановлено. Какой аргумент? Почему? Да? Что вот... как бы обратной мерой, я так понимаю, со стороны России, воздействовавшей на вот эти сепаратистские все ЛНР, ДНР, было то, что мы перестали сейчас получать оттуда уголь. Вот что интересно. Есть у нас уголь. Уже Яценюк сегодня сказал, слава богу, досчитались. Ну, это Яценюк сказал, пугали, а Порошенко говорит, нет угля. Ну, значит, ему еще Яценюк не сообщил, что наконец-то они с Демчишиным уголь нашли. Позорище. Каждый год одно и то же. В ноябре месяце мы хватаемся за голову, где мы уголь будем покупать. Это означает только одно. Низкая эффективность и низкий профессиональный уровень тех управленцев, которые занимаются делами. Это первый момент. Второй момент. Традиционный, коррупционный. Просто-напросто вместе с энергоблокадой, вместе с этими ЛЭП упали и схемы, которые там существовали. Вот это поэтому правда. У людей сейчас не урожай, не добор. А поэтому, возможно, придумываются всякие разные... Уже нас и пугали и атомными какими-то катаклизмами, и суровой ядерной зимой, всем чем угодно. Оказалось, все, что есть, то можно купить в других местах. Хотя тут вопрос такой. То есть возвращаясь к моему вопросу по этой самой морской блокаде, вы не советуете оба, да, я так понимаю? Просто не понимаю, как мы можем ее обеспечить. Понятно. Кроме юридических вопросов, которые, опять же, обсуждался у вас в нашем попередном. Угу. Которые касаются хозяйственной деятельности деятельности в наших внутренних водах, которыми остаются. У нас в Азовском море, кроме пограничных катеров, наверное, ничего и нет. Не, да. А что, как не перелетят же они эти корабли из Одессы туда, да? Это такой вопрос. У меня вопрос остается. Говорят, что все, что не делается сейчас, оно опоздало на год. Ну, теперь уже почти на два, да, и я до сих пор не могу понять, почему не нашлось какого-нибудь пионера-героя в Керчи, который бы подорвал тогда эти самые паромы и вывел их из строя для того, чтобы каждый день через пролив не курсировали. Ну, я вам скажу, почему. Полные казачков. А железная дорога? Одна колейка, которая... Мы тогда ходили, да? Да. Не нашлось там Деда Мозаика. Дело в том, что тут уже это надо было делать сразу, когда видно была загроза и так далее. А когда уже информационно у людей уже и все уже... Вот, да, и люди уже все как бы ничего себе уже... Ну, есть уже в собственной части, со мной уже, те, которые со мной служили, с которых я очень много... И они мне уже угрожали и рассказывали, что там, не дай бог, тут все, мы тут вырежем твою семью и так далее. То есть это мои военнослужащие, то есть уже после... Это о чем он говорит, что люди уже как бы были все... Они перенацелились, сведомость их информационная там наполнилась уже не тем, чем надо и так далее. Поэтому ну, это процесс ждать. Гибкий. В другую сторону тоже бывает. Да, как только заканчивается, все становится... К сожалению, должна подвести черту под нашим содержательным разговором. Спасибо огромное. Роман Бачкала. Бывший корреспондент Черноморской телерадиокомпании, а ныне лучший репортер Украины. Поздравляем еще раз, Роман, с получением статуэтки «Телетриумф» в этой очень престижной, очень крутой номинации. Одной из самых крутых, да. Спасибо огромное. Алексей Никифоров, майор Збройных сил Украины, и в его лице мы поздравляем всех наших военнослужащих грядущим праздником. Победы нам всем, и мы надеемся, что она будет скорой и не со слезами на глазах, скажем так, с наименьшими потерями, в том числе и в освобождении деоккупации Крыма, теме, которая переходит из нашей программы уже на протяжении почти более чем полутора лет. Спасибо огромное. До встречи в следующем эфире. И мы с Алексеем еще раз приглашаем вас делиться с нашей редакцией историями из жизни украинских военнослужащих, особенно тех, которые вышли, оставшись верными присяге, вышли из оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Вы смотрели «Вопрос национальной безопасности». Увидимся ровно через неделю, в четверг. Будьте здоровы и информированы. Увидимся.